Порядка 100 человек собрались сегодня в районе биатлонного комплекса в Полянах, чтобы доказать, кто дружит со своей собакой сильнее и чей пес самый умный, ловкий и способный. Открылись соревнования кинологов служб спасения, на которые приехали специалисты из всего Центрального федерального округа. На протяжении нескольких лет в различных регионах Центрального федерального округа проводятся соревнования поисково-спасательных кинологических расчетов, и это стало уже традицией. Свои умения кинологи и их питомцы будут показывать в течение недели. Им предстоит пройти несколько этапов, на каждом из которых подготовлены определенные испытания, демонстрирующие качество служебного пса, послушание, физическая подготовка и другие показатели. Чемпион прошлого года, взявший золото в Туле, 5-летний немец с красивой кличкой Данка, готов к новым победам. Насчет соперников не знаю, каждый раз по-разному, но я надеюсь, что попадутся достойные, с кем можно будет соревноваться. Ну вот в том году мы выступали в Тульской области, заняли первое место по Центральному федеральному округу. Вот. А благодаря чему? Какие должны быть факторы успеха? Это какие-то определенные черты характера собачки или ваших взаимоотношений с ней? И собака, и взаимоотношения само собой. Все играет. Ожидая конкурсной программы, он с охотностью выполняет команды своей напарницы. Данка и Ирина вместе уже 3 года. Они представляют на соревнованиях Рязань и настроены только на победу. Наша телекомпания желает им успеха и будет болеть за них на протяжении всех соревновательных дней.